Уже здесь, в Ленинском районе, чиновников ждали местные жители. В конце октября на приеме у губернатора люди обратились к главе региона с просьбой установить в поселке детскую площадку. Валерий Радаев дал поручение городским чиновникам, и уже через несколько дней строители приступили к монтажу. Ее размер 20 на 20 метров. Здесь предусмотрены несколько разных качелей, домик-беседка, детские спортивные и игровые комплексы. Задача наша, чтобы были коммуникации такими с населением, а не показаться, поговорил, забыл и все остальное. Выбираем не самые сегодня легкие дворы, дворовые территории, не самые легкие там начало города Саратова, Поливановка. Вчера мы были в Комсомольском, там большую работу проводим. В следующий год будем на Елшанку обращать внимание. Вот так будем потихоньку с начала Саратова идти в центральную часть. Всего запланирована установка 570 игровых и 270 спортивных площадок. Подобные масштабные работы идут впервые за 80 лет. Те объекты, которые не успеют установить в этом году, появятся в городе весной. Кроме того, количество новых площадок в 2017 может вырасти в 4 раза.